выехали в ладовый мини-тур по четырем городам нашей необъятной родины. Сейчас 6:35 утра. Мы еще пока едем по Тольятти. Вот, но скоро уже выйдем за город. Значит, нам предстоит преодолеть примерно 2500 километров по разным дорогам, хорошим и ровным, ухабистым и не очень ровным. Мы проедем 4 города. Ижевск, близлежащий городок Воткинск, затем Пермь и Екатеринбург. Затем вернемся домой. Или что там в нем лежит. Одна из этих хреновин выпала на дорогу и разбила нам чуть-чуть бампер. Километров проехали. Пожрать вот остановились. Честное слово, все, я больше не иди. Я наступил в собачье говно. Подъехали к клубу. В этом же клубе мы уступали в последний раз. Ты смотри, это пиздец. Это просто... Их можно, блядь, снимать, не расстегивая теперь, блядь. Пиздил называется секонд-хенды. В этом же клубе мы уступали в прошлый раз, когда приезжали в Ижевск. В каком? В 2012 году. Это было. Ты что нюхаешь, жуков? Не знаю. Почтите в память. Пойду я. Ну, что за хуйня? Мы пробрались в клуб, вместились, ожидаем начала. Большая экскурсия, значит, по помещению. Yeah.
сейчас ходил в магазин за пивком, вот, и встретил там группу, собственно, Vitality из Перми, которые сегодня будут также участвовать в данном мероприятии, на данном концерте. Как бы прикольно приехать в город какой-нибудь, где собираются люди, которых ты 100 раз уже знаешь, общался, может быть, не вживую, но тем не менее знаешь друг друга все приколы и прочее. И как бы, в общем, очень хорошо, что пацаны в тур поехали и, так скажем, по всем городам собрали, ну, достойную команду, в принципе. Мы как раз вот встречаем тут внезапно, собственно, группу Cephalic Impurity в сопровождении группы Relics of Humanity. Здесь. Давай, думай. Иди нахер. Находимся сейчас на Писке, в городе Ижевск. Собственно, вот этот вот замечательный человек нас любезно прилетел. Это наш старинный друг, старинный брат по цеху, да. Мы уже давно с ним по музыкальной теме знакомы уже с 2009 года. Если я не ошибаюсь. Это отлично, то что спустя столько лет мы встретились, и я очень рад видеть, короче, парней из Тольятти, таких душевных металлистов, которых только одно удовольствие приютить у себя на квартирке, да, Тёма. Время час дня. У нас куча свободного времени до следующего концерта в Воткинске. Выезжать мы будем из Ижевска примерно через 5 часов, поэтому мы с Алексеем вот решили прогуляться по Ижевску, собственно, что-нибудь интересное посмотреть. Илюха устал, решил остаться дома поспать. Посмотреть кино. Ну или да, посмотреть кино. Вот, мы пошли гулять. Кнопку держи. Ну, держи, сука. Что?
Я без понятия, где мы находимся, и пока ничего интересного мы не нашли, надо присесть куда-нибудь отдохнуть. Все очень круто. Наконец-то мы едем в нормальный тур. Мини. Собираемся в Воткинск. Время 18:20. Воткинск, мы идем. Тема такая, что у нас гитариста дикие проблемы со здоровьем начались. Да. Видимо, я не знаю, то есть усталость от тура, еще что-то не мог. Ну, короче, суть в том, что к большому нашему сожалению, вчера пришлось просто отправлять на скорой в больницу. Вот. И сегодня его прокапывают. Это сразу там все работает. То есть вы продолжаете тур будете или нет? В общем, это практически нереально. Потому что мы не успеваем за такое короткое время найти замену быстро. У нас, даже если бы у нас было хотя бы пара дуэлов, мы бы нашли какой-то вариант, говоря, оставшиеся концерты. Но... Спасибо. Спасибо.
Ребят, ребята, как бодрость духа, в общем, охуенно, хуй пизда тур проходит наш, Lethality. Охуенные ребята, Visceral Disorder, заценил первый раз их вживую, просто вообще валят охуенно. Не зря их хвалил Максим Айс. Айсу, кстати, привет тоже. Металл в наших венах, жилах и везде. Сейчас в городе Воткинске, на Писке после концерта. Находимся дома у нашего старинного друга из этого города. Вот, сейчас он нам хочет что-то сказать. Вот сидят у меня ребята, старинные друзья. Ну что сказать, ну концерт был, сейчас сидят. Ну все сидит, жрет. Что, брат? Офигенный борщ. Клево, да? Ты весь не сожри, блядь, но на утро, чтоб осталось. Илюха жрет борщ. Вкусно? Алёха ушел спать. А Тёма сидит и снимает. А вы еще бухали вчера, как вот так, блядь, как у вас так получается? Пашкан Галев Гонкоркан Борды и Вортон Пуйоса Шулозе. Соло Гусал еще что дозы, кусо сды были лонин тысяча тозы. Начали с вера, защитичку дня министра на воспечет Иван Мариненко. Блять, я здесь сам первый раз. 560 метров, блять, и поворачивать, блять. Ты видел, что, где мы едем? Ржет, блять. Че ты ржешь, куда нам ехать? Блядь, пиздец, что, блядь? Тут КамАЗы ездят, блять, с тракторами, блять.
помнит. Надо знать, куда нам, какой клуб-то. Че ты на меня, блядь, с камерой тычешь-то? Сейчас находимся в городе Пермь. Приехали благополучно. Немножко прохладно на улице. Время в Москве 14:18. У нас немножко свободного времени. Мы решили погуляться и смотреть город. Приехали в Пермь, все отлично, нашли очень близко хорошую столовую, вкусно поели, все прекрасно, сегодня будет мега-шоу, полны энергии. В гримерке клуба Custom House, город Пермь. Закончили концерт, к сожалению, не успели снять материала вообще никакого, потому что ввиду небольших накладок, ввиду того, что администрация клуба немножко дезинформировала организатора концерта, поэтому нам пришлось отыграть всего 4 трека, точнее 5, поэтому все происходило дикой суматохе, ничего не успели заснять, толком отыграть, как бы разделили оставшееся время с командой Relics of Humanity, которая приехала с такой дали, но, к сожалению, тоже вынуждены были отыграть всего 4-5 треков и будем валить из клуба. В общем, так бывает. Всем привет! Мы едем в Добрянку на Писку, в другой город, пригород Перми. Короче, мы суперзвезд проебали, как бы. Сейчас они едут за нами. We'll be right back.
keep it fucking, что-то там, brutal. Вот мы и на Финске. Отель. Вот так. Вот так. Люди, а вот здесь мышечки. Человек. Чё? Говорил, он вчера говорил. Вот мы и проснулись. Сейчас поедем в Екатеринбург. Общались с парнями, с организатором и выдвинулись из Добрянки прямиком на Екатеринбург. Последний город нашего мини-тура. Отдельный респект, короче, организатору концерта в Перми, Семену Кравченко. Вот так вот, чувак. Сема, мега чувак. Прибыли в Екатеринбург, спортбар Питстоп, разместились, время по Москве 14.55, идем, пока подъедут остальные команды, и начнем шоу. Хуги!
это хип-хоп! Это, мать твою, Нью-Йорк! Это, мать твою, Йобург! Мы едем угорать по темному хардкору. Охуенно. А то ты думал. Это тебе не... Это тебе не... Опа. Выпадывает. Да-да-да. Организатор, уверенный парень. Мы приехали к нему домой, короче, вписываться. Поехали. Ты что, не забыл? Я вроде только вот это брал. Мы находимся в Екатеринбурге. Время 8:32. Наш мини-тур, к сожалению, окончен. Мы собираемся уезжать домой в Тольятти. Прямо сейчас. У меня работинка.